Южный Урал примет Всероссийский фестиваль СМИ в следующем году. Об этом заявил замминистра связи России Алексей Волин. Его считают куратором средств массовой информации страны. Сегодня он открыл региональный фестиваль. В эти минуты он проходит в районе озера Зюраткуль. Мероприятие в этом году посвятили экологии. В нем участвуют около 200 журналистов из Челябинской, Свердловской, Курганской, Новосибирской, Воронежской и Тверской областей, а также Башкирии и Москвы. На фестивале работает наш корреспондент Юлия Савосина. Мы связались с ней по телефону. Уже сегодня пройдет пленарное заседание на тему пути повышения эффективности региональных СМИ. Участники смогут посетить мастер-классы, которые будут проходить и сегодня, и завтра. Темы совершенно разные. Журналистам расскажут о том, как мотивировать свою команду, о том, как региональная СМИ может зарабатывать на медиапроектах, а также научат искусству интервью на телевидении и радио. Мастер-классы будут вести профессионалы из Москвы и других городов России. Специальными гостями станут журналисты из «Комсомольской правды» и «Россия сегодня». Также завтра пройдет круглый стол на тему освещения в СМИ проблем экологии. В этом году эта тема особенно актуальна, так как в России идет год экологии. И также для участников предусмотрена экскурсионная программа по парку Зюраткуль. Она пройдет завтра, и также любой желающий может принять в ней участие. Фестиваль официально закончится в эту субботу, но подведение итогов и награждение лучших журналистов пройдет в пятницу вечером. Юлия Савосина, ОТВ.